Так. В чем особенности моего редкого вида аутизма? У меня нет чувства страха, инстинкта самосохранения. Я не нервничаю. Меня невозможно вывести из себя. Если я делаю вид, что я вышла из себя, можете быть уверены, я просто играю на публику. Я максимально хладнокровный человек. Вот. Но есть и побочная сторона. Я не чувствую других людей, кроме самых близких, к которым я уже привыкла и изучила их реакции. Это очень печально, и люди на меня пачками обижаются. Ну и масса всяких других тем. У меня очень сильный логический спектр, я хорошо умею в логику. Но, например, я не различаю практически цвета, я вообще не умею рисовать, у меня нет слуха. Вот, и я не чувствую вот ничего, кроме мелодии стихов. Ну и масса других приколов. И я не воспринимаю никакие нормы, если они логически не обоснованы. Ну вот, это, конечно, выдуманная тема про обезьян, когда, может, я знаю, этот эксперимент выдуман, его на самом деле не проводили, но он очень, очень такой показательный. Ну вот, берут группу обезьян, вешают банан и запрещают им его брать. То есть при попытке взять банан, их обливают ледяной водой. После этого обезьян начинают менять, производят ротацию по очереди. Новая обезьяна, попадая в клетку, пытается взять банан, вот, обливают водой, все такое. Но после ротации оказывается, что нет ни одной обезьяны, их перестают в какой-то момент поливать водой, которая бы помнила, что их поливали ледяной водой. Но когда появляется еще новая обезьяна и пытается взять банан, остальные начинают ее избивать. Бедная обезьяна ни хрена не понимает, за что. А у них возникла норма, что банан трогать нельзя, хотя их уже давно не поливают. Что такое аутичная обезьяна? Это обезьяна, которая зайдет туда, не поймет, за что ее бьют. Обычные обезьяны смирятся, ну бьют, нельзя доставать, и хрен бы с ней. Аутичная обезьяна никогда не поймет, почему нельзя доставать банан. Если она умная, она убедит других обезьян, типа вы что, дураки, висит банан, за что вы меня бьете, давайте его схаваем. Если она достаточно умная, она изменит эту социальную норму, вот, и обезьяны начнут банан доставать. Если эта обезьяна сильная, она просто даст всем люлей и таки банан достанет. Вот, вот такая аутичная обезьяна никогда не смирится с социальными нормами, которые логически ничем не обоснованы. Ну вот, вот это вот, я не знаю, смогла ли я вам объяснить вот специфику моего типа аутизма. Где-то так. Так.